Так, в палатках у нас горит свет. Это хорошо. Это цивилизация. Ой, а что это? Это наш шнурок. Куда же идет этот шнурок? Шнурок. У нас идет. Идет шнурок. Куда-то за угол. Что у нас за углом? Ой. А это у нас щиток. И вот шнурок. Надо же. Куда же идет этот шнурок? Давайте посмотрим. Шнурок у нас идет. Ой! К автобусу. Что у нас за автобус? Насколько я помню, автобус КПУ. Автобус с номерочком АН-4731СЕ. Ну хорошо. Может быть, власти не в курсе. Что? Что-что? Вы журналист или кто? Я гражданин, а что? Пойдемте к патрулю пройдемся, пожалуйста. Зачем? Ну выходите, снимать вот стоит машина. Ну, а зачем вы снимаете номера? Потому что у меня есть право. Позови патруль, пожалуйста. Ну что, у меня есть право снимать. Я нахожусь в общественном месте. Ну, я понимаю, в общественном месте. И что? Ничего, сейчас подойдет патруль, предъявите документы, я у вас... А что я должен кому-то предъявлять документы? Нет, вы я не прошу мне. Есть патруль МВД, они сейчас... Если у милиции будут ко мне вопросы, пусть она мне задаст эти вопросы. Да, так вот, продолжаем наш интереснейший репортаж. Может быть, городская власть не в курсе? А нет. Городские власти у нас на месте. И оказывается в курсе. Вот, да. Городские власти в курсе, что разграбляется электричество, да, общественное? Абсолютно. Абсолютно. То есть это с решения горисполкома? Максим, как ты скажешь, так и есть. Я что тебя буду переубеждать? Ты же меня назвал... Не, но есть же свет, электричество, да? Максим, без комментариев. Без комментариев. Хорошо, спасибо, Максим Васильевич. На здоровье.